карнавал в Ріо-де-Жанейро, все відпочиває, бо Сталкер-фест зустрічає найяскравіших людей Майдану. Чи ми готові побачити ці дива? О? Ну что ж, первые костюмы, я думаю, что первых 10 участников, правильно? Их множество, наверное, их не одна сотня, тем не менее, мы приглашаем первую непростую, очень оригинальную десятку. Встречайте аплодисментами, друзья! Подымо, друзья! Ох, ваши аплодисменты! Небеспечные, небеспечные люди! Даже самые меньшие, меньшие. Затримайтесь на секунду, покажите себя, идите далее. Сделайте так, чтобы вас запомнили. Красунчики, это те люди, которым не байдуже гра «Сталкер». Это те люди, которые хотят себя чувствовать в теме, не только за компьютером, но и тут, в таком великом собрании. Девчонки, скажите, пожалуйста, а вы звідки, из какого отряда, из какой бригады? С воли. Ай, молодчинка. А вот молодой человек, подождите, пожалуйста, не уходите далеко. А сестра знает, что вы взяли ее выпускное платье вообще на это мероприятие? Что-что? Не слышит? Ну ничего страшного, слава богу. Аплодисменты, дорогие друзья, самым ярким участникам. Стоп, стоп. Останавливайся, пожалуйста. Ничего себе. Стоп, стоп. Скажи, как воевать в этом костюме? Чем он помогает? Как он помогает воевать против различных аномалий и вот тех вот зверей, которые там есть? Ага. Помогает от химической завивки, защиты, говорит, от всего, что химического. Саня, ты подивись, это справжні гопники. Они даже, куртки в них танкера, помнишь, те самые танкера. В них сенки с собой. Блин, какие разумнички. Облачки этим красным. Давайте, давайте, они нормально вжились в тему. Бандиты и вибура. Мне кажется, Гена, что на самом деле это ребята, которые раздели настоящих сталкеров где-то тут недалеко. Короче, хлопцы, давайте далее, далее проходим, потому что там сталкеры уже идут. Тебе еще и семечки дали, а мы не семок насыпали, спасибо. Тебя посветили, Гена. Кстати, они могут быть радиоактивны. Ты так вот не жевал бы их быстро. Скоро у Гена на голове вырастет настоящий подсолнух, честно. Александр, страшнее за то, что вы вкололись, ничего не может быть. Ну что ж, аплодисменты, продолжаем поддерживать самых костюмированных участников сегодняшнего «Сталкер-феста». Ну что ж, вы знаете, что вы можете встретить несколько армий, одна из которых это долговцы. Я думаю, что они перед нами. Вот есть какие-то устройства, чтобы замирать. Гений, подойдите, он семечки там ест. Задейте, да, насколько он радиоактивен. Все у них с собой, множество кармашек, я смотрю. Александр, знаете, я пока что напишу, мне сподобались бандиты, да? Нормальные, щири, вменяемые. Итак, дорогие друзья, я опять с экстренным включением с нашей тест-зоны. У нас здесь происходит настоящий ажиотаж уже на протяжении нескольких часов. Дело в том, что очень много желающих, которые хотят протестировать новую версию сталкера. И, честно говоря, как настоящие сталкеры, как настоящие геймеры, практически никто из здесь присутствующих не отрывается от компьютера. Поэтому мне удалось задать несколько вопросов ребятам, которые сейчас играют. Это, между прочим, Толик, Андрей, Сережа и Дима. Может быть, вы об этом не знали, но я это уже знаю лучше их самих. Они говорят, что им очень нравится игра, они буквально поглощены ей и ни на секунду от нее не отрываются. Это еще раз говорит о том, что «Сталкер» — это самая популярная, самая крутая игра, которая только может быть. Геннадий? Опа-на, Кирилл, да. Я думал, что вы покажете тех людей, про которых вы говорите, но на что? Ну, я могу вам буквально показать вот здесь, вот рядышком со мной, если вам сейчас видно, находится Анатолий. Но буквально в данный момент он отстреливает голову самому страшному монстру и, к сожалению, не может оторваться от монитора. Геннадий. Ну, если такая причина, то, звичайно, не відволікаєте людини. Дякую вам, Кирилл, я просто уявляю, с какими слезами відбирают людей после того, как закінчується, як зрозумів, там лише 20 хвилин можна пограти, да? Лише 20 хвилин можна відчути себе в цьому світі «Сталкеру 3». Це ясно, що замало. От, то там, звичайно, є юнацькі сльози. Ну, я со своей стороны хочу еще заметить, что эти 20 минут того стоят, потому что реально после этого появляется настоящее непреодолимое желание приобрести эту игру и, конечно же, углубиться в нее полностью уже в самых подходящих, самых удобных условиях. Геннадий?
Кирил, дякую вам. Насправді Кирил вже чекає, не дочекається, коли все закінчиться, бо йому вже подарували гру і він вже хоче їхати додому і грати. От, ну а які справи в Олександра, які справи в нашій геймзоні? Давайте прямо зараз запитаємо. Я тільки хотів тобі сказати. Здравствуй, здравствуй. Я вже завідую однозначно тест-зоні, але повірте, у нас тут відбувається щось необычайне. Я думаю, що кожен учасник почувствовав себе на полі битви, попробував себе як стрілков, який прячеться, продовжує під різними техникой, ну и также, как минимум, заработал несколько медалей. Я, кстати, сейчас вот рядом с двумя ребятами, давайте мы их тоже покажем, подходите сюда смелее. Это Николай и Андрей, это команда победителей, но сейчас я немножко их так переодел, для того, чтобы могли посмотреть, что же такое две команды. Именно так, по цвету этих замечательных жилеток они отличаются и находят друг друга, наверное, на поле битвы или в другую сторону, наоборот, отстреливают того, кто в жилетке противоположного цвета. Все победители получают вот такой вот замечательный журнал. Я смотрю, что у них тоже они есть. Давайте их покажем. Красиво. Вот эти вот журналы К9, на странице которых вы также можете прочитать про замечательную игру «Сталкер». Ну и кроме того, каждый участник получает вот такой вот замечательный значок. Так что открылся, укололся. Так вот, «Сталкер», «Зов Припяти», но и при этом на этом значке написано «Я играл на Майдане». Такой некий нагрудный сертификат, который подтверждает, что здесь вы прошли нашу полевую практику. Ребят, как вам игра вообще? Ну, более можно себя почувствовать как «Сталкер» реально. Ну, не то, что в игре ты сидишь за компом, играешь просто, а это считай, что зомби настоящие. Зомби настоящие. У нас есть еще очень интересная команда. Это женская команда. Посмотрите, пожалуйста. Но я не буду говорить, что они нещадно просто уничтожали всех зомби, но зомби прониклись и сказали, нет, наверное, мы все-таки будем с девчонками и будем убивать всех мальчишек, которые вышли здесь на поле битвы в другой команде, в составе другой команды. Как вам? Отлично, да? Супер. Не только мальчики играть умеют. Ты понял, Гена? Не только мальчики играть умеют. Знаешь, Олександр, мені здається, дівчата погодили включення лише через те, що їм видають прикраси. Вони думають, той датчик, який одягають на голову, то насправді така обручечка, да? Прикраса така. Ну, ти знаєш, вони не тільки сказали, що це такий хороший обруч, який можна фіксувати і держати волосы, вони ще й світяться красним цветом. Там, ти розумієш, так? Посмотри, как им идет. Кстати, три брюнеточки, две блондиночки. Замечательная команда победителей. Давайте поаплодируем нашим девчоночкам. Они показали настоящий класс и также сказали, что игра «Сталкер», она не только для мальчишек, она абсолютно для всех.